Самоделку проверил, и в ее работоспособности я ни капли не сомневался. Очень полезная штука, сделал я их где-то примерно часа за два. Это с учетом того, что я переставлял камеры. Кто-то скажет, конечно, что проще купить, но за эти два часа тоже еще нужно постараться найти. Потому что я вот, например, не знаю, в каких вот магазинах вот она вот вообще продается, либо есть в наличии. Потому что обычно, когда что-то ищешь, какую-нибудь такую мелочугу, то фиг найдешь ее. Ну и сделать самому данную самоделку намного приятнее, чем купить. Вот так вот смотришь. Ну, мне лично нравится. Особенно эта ручка. Она прям придала четкий дизайн. Не знаю, как вам на камеру, но вживую смотрится просто супер. Ну и делая своими руками, можно сделать четкий размер под определенную грядку. Если вот она слишком узкая, он взял два прутика, согнул, и все, и работай. Ну и на этом мое видео будет заканчиваться. Но вы пишите, что думаете насчет данной самоделки, что еще можно сделать с арматурой, ну и как можно ее доработать. Всем пока!